Мне кажется, есть важная вещь, которую нужно понимать про такие события. Да, они шокируют, тревожат. Люди начинают думать о самих себе, как им дальше жить, что дальше будет происходить и так далее. И они жадно хватают информацию, одну, другую, третью, пытаются выстроить какие-то когнитивные модели, которые им все объяснят. Но изнутри таких ситуаций вы ничего не можете понять, что происходит на самом деле. И рассчитывать на то, что вы обретете внутреннее спокойствие, а его нам всем нужно в такие ситуации обретать, можно только в том случае, если вы можете подняться над тем, что происходит, и посмотреть на происходящее в большем контексте.